Друзья, всем всем привет! Всем добрый день! У нас уже 10:30. Что-то я сегодня подзадержалась. В общем, обед нужно приготовить. Так, я включила. В общем, у меня будут котлетки, я их вытащила с морозилки утром. Они у меня оттаяли. Сейчас я их пережарю. Котлетки. На второй сделаю пюре картофельное. И достала печень и легкая. В общем, я прокручу на мясорубке, поджарю. И хочу сделать пирожки. В общем, картошка с ливером. Потом 2 яйца вчерашних вареных осталось. Я сделаю. В общем, 3 начинки будет. И там нащипаю этого щавеля. Ну, такое тесто сделано немного. На раз, на пирожки. Так, ну сейчас мне нужно почистить картошку. Сюда, что ли. Так, баночку убрать. Сегодня выпила последний лопух. Надо рвать. К вечеру накрутить. Потому что я пью лопушок. Так, это выбросить надо уже эти. Мусорный пакет. Лопух пью, девочки, кручу. Вот так вот накручу, 3 дня мне хватает. Потом свежего подкручиваю. Все, пусть греется сковородка. На улице у нас прохладно. Наверное, 11 градусов. 11 градусов, ветер сильный. В общем, конец мая какой-то холодный. Погода что-то не радует. Ничего я больше не садила. Надо хоть горох куда-то бросить. Не огурцы, вот этого и огурцы я буду садить в начале июня, потому что холодно. Основное все посадили. Да и все. Потом что? Вчера я ковыряла опять своим торнадиком. Там в краю огорода между крыжовником, там между вишней. В общем, весь пырей там выдергала. Теперь между кустами у меня там чисто. Ну, пырей там рос какой. Вот знаете такой, я же там каждый год накладываю ботву, осенью все убираю под забор. И он там такой лезет, знаете, жирный, такой зеленый, в общем, слабенький такой. Я его выдрала хорошо. Прям его дернешь, он вытаскивается с корнями совсем. В общем, хорошо я поработала вчера. В общем, этим торнадиком я прям хорошо привела в порядок участок. Особенно вот тут вот за домом. Мне прям понравилось вообще. Где что не так, я его беру и выкапываю сорняки. Очень хорошо. Говорят, что ой, да тяжело, да надорваться можно, да ничего подобного. Вот лопатой точно надорвешься. Потому что я на себе пробовала, испытала на себе лопатой. Лопатой очень тяжело. А это вот так вот. Крутнул, и вот эти корни сразу же наматываются на эти вилы. Раза два так вот крутнул, потянул, и шапкой оно все снялось. Так, я... Не продевать котлетки сюда. Разложить. В общем, все, сколько есть, тут все пожарим. Так, заканчивается учебный год, друзья. Скоро ко мне внуки приедут. Мне будет весело. Саша, наверное, первый из всех. Так, все, режу картошку. На 4 части. Так, что-то не попало. Черненькая. Что-то картошки захотелось. Я вообще... Любитель там, не знаю, гречки, лапшички. Но в этот раз что-то картошки захотелось. Котлету с картошечкой.
Уже не придумаешь, что варить. Вчера варила суп гороховый, рыбу жарила. Ну, а сегодня вот котлетки. Да пирожки будут. О, полная у меня получилась. Кастрюлька. Так, я сразу солю. Сразу солю. Так, знаете, прилично солю. Водичкой заливаю. Ну, пока еще ставить не буду. Пускай котлетки поджарятся. В общем, к обеду сварю прям картошку. Пусть стоит на готове. Все готово. Останется только включить. Так. Все у меня здесь кипит, бурлит. Я сбегала, нарвала лука зеленого. Перекрутила ливер. Вот подготавливаю луковицу. Сейчас котлеты жарятся, потом пережарю его. В общем, бегаю, яйца варятся. Думаю, два яйца совсем мало. Четыре еще поставила варить. Все, сейчас еще раз подальше отойди, тут стреляет. Еще раз переверну и все. Так, теперь что, яйца я сварила, почистила. Теперь я их буду натирать. Меня научили на крупной терке. Не надо их резать ножом. У меня нету ситечка. Поэтому я их натру на терочке. Сейчас посмотрим, как получается. Ох, как хорошо. И правда. Никакого сита не надо. Сейчас вот порежу потом лук. Смотрите, как хорошо. О, смотрите, здорово как, да? Теперь так буду делать. Ну вот, начинка готова. Подсолить надо. Размешать. И я вот масло немножко растопила. Сюда я его вылью. Все, сейчас посмотрим, что с дрожжами. По-моему, там уже шапка. Сейчас глянем. Буду заводить на вот этой помощнице. Так, сюда убила вот одно яйцо. Надо посолить. Так, в общем, на глаз все, девочки, делаю. Немножко налью масла подсолнечного. Немножко, это сколько? Так, неохота мне эту ложку мочить. Ложки две. Еще немножко. Так. И выливаю сюда пару. Да нет, подошло, но не так, что прямо шапкой. Не знаю, хоть бы они сработали. Так, сюда выливаю. И сразу добавлю сколько-то муки. Половинку вот так. Будет замешиваться, я буду смотреть. Я увижу, какое мне надо тесто. Так, что тут? Что-то попало. Так, включаем. Хватит молотить. Вот тут не осыпалось. Посмотрим, что тут замешалось. Ой, надо вот так.
Ну вот, друзья, вот такое тесто получилось. Нормальное. Видите как? Сейчас я его в мешочек перекладу. Вот в мешочек. И все, и в теплое место. Вот и все. Я его вот так вот сейчас завяжу краешек, чтобы было куда ему подниматься. Как разойдется, я его так раз. Друзья, вот так вот тесто у меня разошлось. Так, муку достать. Скалку приготовить. В общем, будем жарить пирожочки. Так, сейчас я его вывалю отсюда. Так. Режем. В общем, сейчас буду формировать. Ручки уже не буду вам показывать, вы все знаете лучше меня. Сковородку я уже включила, нагревается. Сейчас нагреется, буду жарить. Вначале вот первые сделаю лук с яйцом. Немного я начинки наложила. Так, тут у меня жарится. Можно снимать уже. Так, пускай еще. Так, складываем. Сюда влазит 8 штук, но я, наверное, 7 положу, потому что 8 они поднимаются, им тесно. Так, эти ливер уже пошел, 3 штучки. Я их отдельно буду, вот так. Все, там осталось 2, 4, 6, 8, 9 штук пережарить. Пережарила пирожки. Это яйца с луком. Один я уже съела. Разломать над чашкой. Вот. Хорошее тесто получилось. Ну-ка попробуем. Сейчас уже не так. Вот, друзья. Этот еще не пробовала, этот горячий я съем, разломленный. Пусть остынет немножко. Погода напрочь спортилась. Холодно, 12 градусов. Ветер. СМС пришло по погоде, что ливни, грозы, ветер шквалистый будет. В общем, ничего хорошего. Прям не радует. Так было хорошо, так тепло. И вот тебе нате. Но здесь как бы затишек вот эти вроде ничего не делается растением. Их сильно не трепает на ветру. Так, сейчас покажу я вам, что я вчера сделала в огороде. И сейчас вот немножечко вот вам покажу. Переоденусь и буду траву дергать опять. Здесь астрочки немножко поднимаются. Оживают по чуть-чуть. Арбузики приоткрыла только вот этот материал. Окно не стало открывать. Ветер холодный, как раз северный ветер. Редиску с утра подтяпала. Малину
обрезала малину. Так, два кусика не обрезала, пропустила. В общем, я вижу, что дальше она там не живая. Я ее обрезала. Так, даже помидоры сегодня полностью не открываю. Окно сверху. Лучок сегодня видно, что больше проклюнулся. А этот не видно, потому что день сейчас как-то днем не так. Вот когда утром лучше видно. Чеснок тоже он практически весь проклюнулся. Так, вот я окно не стала совсем убирать. Еще, наверное, заморозки у нас будут. Везде прошли, теперь у нас. Ну, тут нормально. За эти помидорки я не боюсь. Тут они не замерзнут. Капуста тоже все нормально. Подтягивается. Капусту придется закрывать вдруг заморозок или что. А эти вот, если будет холодно, уж заморозки будут. Я их буду просто отсюда убирать и заносить на веранду. Да и все. Таким образом я их спасу. Вот что я сделала вчера, вам показываю. В общем, видите, нет? Вам видно, что вокруг деревьев, кустарников, пырья. Я его весь вчера изничтожила торнадикой. Вот здесь вот маленечко не доработала. Вот сейчас возьму торнадику, доработаю. Тут, видите, за кустами, за вишней остался этот пырей. Ну, здесь ближе к дорожке возьму, я его выдерну. Вот. Прям замечательно. Я вчера вот освободила. И вот здесь вот, ага, кустик. За кустиком пырьяк остался. Освободила прям я крыжовник. В общем, вокруг вишенки все поубирала. В общем, здесь вот подняла, чтобы листья не валялись, и продувала их под низу. На чурочку положила. А здесь вот такую палку поперечину. Веточки на нее. А вот эту ерунду осенью я вырублю. Это ёшь-то. Ничего толку с нее нету. Вообще нет толку. И вот второй куст ёшки. Все это я вырублю. Не надо на мне. А это вот войлочная вишня. Когда-то ее садила. Она все растет и растет. Я ее убираю. Ей нужно, чтобы ее опыляли. У меня ничего такого нету. Я не могу ее извести. И вот кустик вишни еще. Но дальше не прыгала. Там-то вот совсем мало осталось и под забором. А здесь, знаете, здесь же лежит у меня... Я всю ботву стаскиваю. И когда вот так вот разгребаю, там такая земля хорошая. И нижняя там все перепрела, перегнила. Там вообще земля стала хорошая. Я, наверное, когда буду сажать огурцы, буду здесь брать. В луночки подсыпать. Прям, знаете, мягкая такая, плодородная. В общем, торнадика я тут увлеклась, работаю. Мне нравится. Не знаю, как кому, вот кто что пишет. Да вырвешь руки, да все. Мне нравится. Лопатой бы я этого не сделала ничего. Так, ну и все, в общем, одеваться надо, платок на голову одевать. Потому что я сейчас капюшончик набросила. Потому что прохладно. Кофточку подеть. В доме не хочу сидеть. В общем, буду ковыряться. Что-то буду делать. Вот, обрезала я все-все до корня. Крен, смотрите, раскудрявился. Акация зацвела. Уже стояла, я думала, она, наверное, вся пропала. Нет, смотрите, какая красивая зацвела акация. Красивое вообще дерево. Вот сколько, смотрю, оттуда взять отросточек. Нет, нету. Так бы палисадники можно было посадить. Нету. А вот там вот бузина разрослась вообще. Откуда она насеялась, никто ее там не садил. Ее там не было 100 лет. И буквально вот за 3-4 года она вон какая выбухала. Ой, надо секатор взять да обрезать, наверное, вот эти кудряши. Вот. Со щавелем сегодня не стала делать пирожки. Думаю, ладно, Саша приедет. А то я его оборву, он что-то холодно, он медленно растет. Уже Саша я сделала. Он послезавтра приедет. Школа заканчивается. Он приедет
ко мне. Так, все, друзья, завершаю свое видео. Всем крепкого здоровья, всем всего хорошего. Всем пока-пока.